Всем здорово. Собрали количество лайков. Получаем рейский обзор на машинку. Тайванский рупис. Не китайский. Тайванский. А маленькая машинка. Эксцентриковая. Не орбитальная, а именно эксцентриковая. Для работы с мелкими наждачками. И мелкими губками полировальными. Нужна она для того, чтобы локально выполнять ремонт, устранение соринок, каких-либо мелких дефектов на лакокрасочном покрытии. Подруги пока. Что у нас есть? Есть, допустим, там открашенный элемент, на котором, ну вот, есть соринка. Ее можно подрезать катером, чтобы было быстрее, а потом допилить, ну, именно наждаком. Можно не резать катером, можно сразу пильнуть наждаком. Вот тут пару соринок есть, которые катером уже порезаны. Что? Подожди, не одевай пока. Принцип работы. Что она из себя представляет? Курок с предохранителем, который надо нажать. И регулировка оборотов. У нас сейчас на минимуме стоит, но даже на минимуме она, вот этот червячок, быстро движется. Прикольная штука. Ну, короче, такое у нее движение. Подошва не вращается никуда. То есть она стоит жестко закреплена. Винтовая основа. Есть вот такой с переходничком. Очень удобно. Есть, накручивается, на который сразу лепесточек приклеивается. Нам удобно так, что на этом клеющиеся лепесточки. Тут также цепляем просто 2000. Очень удобно работать. Чпык. Это у нас 1500. Да. Полторашечка. Где тут соринку я показывал? Вот. Что нам нужно? Ставим. Посмотрели. Все. Больше тут делать не надо ничего. То же самое. Чуть подтерли после катера. Ну, это которые очень большие были. Все. Санек сейчас подрезает. Не остается никакой направленной риски. Не остаются никаких запилов. Полируется вот это дело потом очень быстро любым фактически кругом. То есть нет никаких заморочек при работе. Сняли эту штуку. Одели мягкую двушку, допустим. Да? Надо, где тут? Ну вот что-то мелкое вот тут. Раз. Ни шагрень не страдает. Ну, ничего не зацарапался. Ну да, все-таки двушка и полторушка. Разница есть. Ну тут пройти, глянуть. Аккуратненько. Все великолепно прорабатывает. Машинка просто пушка. Реально пушка. Одно но, если бы ее еще на аккумуляторе сделать, вот это было бы вообще жирно и шикарно. А так, все мелочи. Ну и в таком духе, то есть поубирали какие-то соринки неправильные. А ну, покажи, как она после нее. Да и сразу же. Ну да, есть еще у нее одно преимущество. Мы попробовали. Не сказать, что оно, конечно, очень нужно, необходимое, но. Общем, кстати, пошла. Пошла нам жара этой пасты. То есть где-то, допустим, там неудобное место. В проемчике, да, еще где-то. Чтобы тут ротором не лезть. Свободный эксцентрик тут, ну, можно, но ротор может заточить углы. Здесь нету крутящего момента никакого. Она стоит фактически на месте и 1,5 миллиметра движения всего лишь. Не подогревает. Протри, пожалуйста. Ну, то, что ты полторушка, я такой не прошел. Шишечка есть. Ну да. Не, ну шишечка это ты знаешь, где искать, я отсюда не вижу.
В общем, ну еще чуть-чуть надо, конечно, убрать. Но шансов рисковать, что протрется, они, конечно, уменьшаются. Ну и плюс, да, там где-то не влезешь. Блеск есть, нету никакого движения. Вот тут спокойно взял, там заточил ей. Обалденная штуковина. Не настолько дорогая, как, допустим, у Мирки. Это дешевле, чем Мирка. Нам продали в 2 раза дешевле, чем, ну, розничные цены. Классная штуковина. Воздуха потребляет она. Ничего себе, 480 литров. Я думал поменьше. Это пол. Ну да, в полный. Мы работаем в полный ноль. Это реально минимум. Хорошая штуковина. Еще из удобного, это у нее с завода вкручен этот вертлюг, чтобы шланг не заворачивал. Это Рупис оригинал. Годная вещица. Прямо здесь она нам пригодится. Такие вот пирожки с котятами. Рекомендую, если у кого есть возможность, берите. Аналогов такой машинки есть у Энтулса, знаю точно. Но у нас их в Украине нет, не привозят. Рупис, Мирка и Трем. Больше я не видел ни у кого. Может быть, конечно, у Флекса и у Вюрта. Ну, тоже не встречал. Ну, и китайчатины. Ну, китайчатины нет такой. Я не видел. Все возможно. Если кто найдет китайчатину, возьмите. Скажите, где взяли, возьмем тоже на пробу. Проверим. Всем пока.